Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и как обещал в предыдущем видео, там где мы заценивали с вами Левчика в рандомных боях. Кстати, советую посмотреть данное видео, если вы хотите принять взвешенное решение в отношении приобретения набора со Шкодой Т27. Делаю обзорчик на данную машину. Обзор будет беглым, потому что у нас очень много видео на канале, посвященных данной тачке, и кому-то машина заходит, кто-то говорит, что это сущий картон, и я с ним соглашусь, кто-то говорит, что машина на сегодня абсолютно неиграбельная, и в этом отношении тоже есть ряд вопросов в отношении Шкоды. Но все-таки что-то прикольное, интересное тачка в себе имеет. В отношении наборчика я уже высказался. 11 тысяч это прям совсем потолочная максимальная цена для данного набора. И в данном случае вы не получаете танки дешевле, нежели можно было бы их приобрести. Но все-таки и не переплачиваете за них. Поэтому это просто нормальный обычный ценник для данного набора. Именно исходя из того, что Левчика применить в боях может практически каждый игрок. Ну а вот в отношении Шкоды Т27 далеко не каждый танкист может реализовать весь потенциал данной машины. За 6500 льва покупать их в голом состоянии — это реально бред, потому что 5500 стоил набор с легендарным внешним видом колосс и кучей плюшек, поэтому на это предложение вообще не обращаю внимания. Ну а вот в отношении Шкоды Т27, то 6500 — это, я бы сказал, абсолютно адекватная цена за тачку в голом состоянии. Ну просто хотя бы исходя из того, что это восьмерка. Но реализовать машину смогут только те танкисты, которые давно в игре, умеют играть на барабанных танках, потому что это барабан, ну а плюс к тому умеют выживать в боях на картонных машинах, потому что это картон. Если мы поговорим с вами о орудии, то здесь мы увидим неплохие технические характеристики, здесь действительно очень хорошее время сведения и неплохой разброс. В отношении ДПМа крайне сложно реализуем, да и не сильно велик, 2050 единиц. Время перезарядки магазина существенное, 16,5 секунд, это действительно не сильно приятное время перезарядки, потому что на Шкоде необходимо это время куда-то скоротать, ну а желательно спрятаться, ну а лучше всего перемещаться по карте так, чтобы не отхватывать, а за это время перезаряжаться и приехать в нужное время в нужное место. Что можно сказать в отношении перезарядки снарядов между собой в магазине? Крайне классное время перезарядки, всего лишь 1,5 секунды, и вы вполне спокойно, грубо говоря, за 3 секунды выбрасываете из своего магазина 3 снаряда, каждый из которых наносит по 220 средних, того получается 660 единиц урона. И вот в отношении скорострельности здесь действительно вопросов не возникает. Вопрос возникает в отношении того, куда поставить оборудование на данной тачке. Понятное дело, что не на вентилятор, потому что он ничего практически не добавляет. Сразу ставите на калиброванные снаряды, это моя рекомендация. Ни в коем случае не претендую на то, что мое мнение является аксиома правильным. Но так или иначе, как вы видите, именно калиброванные снаряды добавляют плюс 10 единиц к пробитию базовым снарядом, а это существенно, потому что даже с таким улучшением вашего пробития у вас получается всего лишь 204 мм, а без них, ну прям совсем сложно, 194, и мало кого проковырять можно. Второй вопрос у меня всегда стоял ребром: что ставить здесь? Улучшенную сборку для того, чтобы получить целый ха ха-ха, 81 дополнительный хп к общей прочности тачки, или еще более смешные плюс 4% к бронированию корпуса, который, в принципе, не является забронированным вообще. Ну, в принципе, как и башня, хотя порой от нее еще хоть как-то где-то что-то рикошетит. Так или иначе, решил для себя сделать выбор в сторону улучшенной сборки, пусть лучше этих смехотворных 81 по хп, нежели якобы улучшение брони, которое, как я уже говорил, отсутствует. Вот такая вот интересная машинка, сложно реализуемая. Насколько сложно реализуемая? Сейчас вместе посмотрим с вами в первом попавшемся рандомном бою, куда я отправляюсь. Ну что, ребят, погнали. Шкода — это средний танк, едет, соответственно, тоже крайне средне. Ну, едет да и едет. Это не Проджета 46, безусловно. Ну, короче, в отношении скорости передвижения по карте цепляться не будем. Слава богу, что хотя бы передвигаемся. Хотя, с таким бронированием, как у Шкоды, было бы неплохо, чтобы разработчики все-таки наделили данную тачку, ну, скажем прямо, более бодрой подвижностью, для того, чтобы иметь возможность, ну, хоть какую-то, вовремя свилять и не отхватить по шапке, тогда, когда попадаете в засвет и вам нечем отбиваться, да даже если есть чем отбиваться, ваши 220 единиц урона
они никого не испугают, и поверьте мне, у вас будет залетать очень бодро по 300-350, если вы схлестнетесь с типичными танками 8 уровня, допустим, с теми же самыми тяжами. Поэтому в начале боя, безусловно, стоит держаться подальше от направления тяжей, находиться поближе к своим союзникам, на которых будете рассчитывать в виде поддержки на время перезарядки вашего магазина, ну и ни в коем случае не выпячиваться первым. Лучше работайте по засветам ваших союзников, и тогда ваши шансы быть результативным в бою существенно увеличиваются. Ну что, давайте попытаемся кого-то повыцеливать немножко. Вот у нас есть товарищ, ушел. Только я обрадовался, что есть в кого пострелять. На тебе, скорпион откатился. Первый выстрел, второй выстрел явно гарантированно наносит урон. Третий, я думаю, тоже достигает цели. Потом посмотрим, когда скорпион еще раз отсветится, смогли его нормально поцарапать или нет. Но, как вы видите, скорострельность в данной тачке решает очень много. В отношении времени перезарядки магазина, как вы видите, я уже перезарядился. Поэтому 16 секунд изначально кажется очень долгим временем перезарядки. Но когда начинаете играть и, в принципе, привыкаете к этому времени перезарядки, вам его будет достаточно для того, чтобы сменить позицию, ну и, соответственно, как я говорил, в нужное время, в нужном месте появиться и начать отбрасывать. Так, добрали, уходим на перезарядку магазина полностью. Жаль, хотел сделать фраг, да не вышло. 10 секунд. Стандартик. Сейчас ближе подойду, ну и, соответственно, попытаюсь тебе чем-то помочь. Наконец-то. Хотя бы один фраг сделали. Ну и сразу уходите на перезарядку всего магазина. Не забывайте это делать, потому что лучше на этой тачке приехать сразу с тремя снарядами к своему сопернику, которому потенциально будете закидывать урон, нежели приехать с двумя снарядами, кинуть 440, а после этого уйти на 16 секунд перезарядки. Слава богу, и с 8 поторопился и не смог в меня закинуть. Блин, ну сейчас будет очень обидно, сейчас будет поражение исключительно по времени захвата, по очкам захвата, но бой какой получился, такой получился. В конце концов, не так гонялся за победой, как за тем, чтобы показать все возможные варианты того, что в бою может произойти, играя на Шкоде Т-27. Что может произойти и то, чего не произошло? Вы можете приехать на направление, как я уже говорил, к ПТ-хам и тяжелым танкам, ну и начать отхватывать хорошенько по мордасам, потому что первым будут выцеливать вас. Вы полностью серого цвета, вот как у меня, моя Шкода, и, соответственно, пробивать вас будут абсолютно все и крайне-крайне просто. Поэтому не рекомендую сразу рваться на передовую, лучше кататься рядом со своими союзниками, ну и помогать им, чем можете. В данном бою накидал не так уж и много, но что получилось, то получилось. Я не сильно крутой танкист, я не киберспортсмен и я не являюсь прям заядлым любителем Шкоды Т-27. Она действительно классная, она действительно интересная и порой на ней бывают довольно неплохие бои, но давайте будем говорить откровенно. На 8 уровне есть на сегодняшний день огромное количество других премиумных, в том числе и коллекционных, средних танков. И, честно говоря, в выборе между, допустим, той же самой Progetto 46 и Т-27 я бы однозначно выбирал себе Progetto. То же самое могу сказать и про СТРВ-81, да и, в принципе, про того же самого Центуриона, который очень похож на Стерву, но как средний танк является более интересным, нежели Шкода Т-27. И это факт. Если вы за честность автора на его канале, если вы не хотите, чтобы вас обязательно подкармливали и подталкивали к тому, чтобы вы приобретали себе все, что продается в магазине, подписывайтесь на канал прямо сейчас, потому что на данном канале вам никто никогда, ни в коем случае не посоветует что-либо купить, что потенциально может вас расстроить. Я стараюсь специально для вас и надеюсь на то, что вы поддержите канал своей подпиской, обязательно прожатым колокольчиком, лайком, ну и по возможности комментарием. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.